Криксал, и сегодня у нас на обзоре одна из игр, которая находится, естественно, в открытом доступе в Play Market. Это вот Super Hot, Super Shooter. Это такая игра, в которой, получается, ну как слоумо, вы останавливаетесь и включается слоумо. Когда вы двигаетесь, оно отключается. И вас пытаются, короче, вот эти вот убить. Вам нужно не допустить этого. Вот, заходим в игру. Так. Заходим. Оценка этой игры небольшая. Так, Morrow Games — это другие игры. Это что у нас? VSTL. Вот старт гейм, короче, начинаем. Так, начинаем, смотрим, что у нас. Я вас понял. Я вас понял, короче. Давайте сразу включимся. Все равно, надеюсь, она без интернета. Это каждую рекламу, о, все. Так, что у нас тут? Так, дается пистолет, больше ничего нет, да? Так, кто? Так, что делать? Тихо. Стой, где что? Вот. Получается, смотрите, блин, с другого. Кого нет. Сейчас что у нас тут делается? Сейчас тут не по уровням, тут просто сколько убийств сделаете. Особой цели там или сюжета этой игры нету. Просто играете и все. Вот, например, где они все? Вот. А? Вот, например, вот видите, я остановился и слоумо включилось. Блин, капец и косой, конечно. Так. Например, смотрите, вот. Вот, я застыл. Да блин, как это вообще работает? Это ядь. Тут кроме пистолета ничего нету. Да. Ну, что хочу сказать. Графика, конечно, обычная. Ну, тут не графика, тут как бы прикольно. Вот плавность. Видите, я рукой так вот делаю, и она вот так вот продолжается. Ой. На хедшот. Ой, еще один. Да блин! Как он еще стрелял, он даже автомат не поднял. Откуда они еще вылазят? Они что, только оттуда или еще сверху могут? Вот, бум. Смотрите, сейчас идем на рекорды. Вот, вот тут прицел есть, а нет. Ой, этот сам нифига не спавнится. На хедшот. Опа, она еще сзади тут. Че к самому, да. Да блин, я ж целюсь. Да я ж попал, там прям было. Да, все косой, да. Так, давайте по карте походим тут. Можно же куда-то дальше. Че у нас тут по карте? Тупик. Так, вот спуск какой-то. Так как я понял, здесь прохождения никакого нет. Да, тут просто закрытая карта, и они спавнятся бесконечно. Вот один. Нас не видит. Пум. Фига его там заколбасило. Так. Ну, что могу сказать по игре? Весит немало. Ой, наоборот, весит мало. Ай-яй. Где кто? Весит мало, и в принципе так поиграть. Ну, конечно, она потом надоедает. Так, меня. В последующих роликах будут еще обзоры игр уже, наверное, нормальных. Ну, короче, давайте последний раз и все. Что? Особо сюжета нет, особо тут показывать нечего. Тут даже как-то
карта, просто какие-то коробки серые и все. Ой, вон они, вон они, сколько? Блин, почему у них автоматы, у меня пистолет какой-то. А! Блин, как я в них должен попасть? Как я в них должен попадет призарядка, призарядка. Да, я косой. Да тут еще пули как-то непонятно летят. Смотрите, вот. Вот этот прицел. Я прям... О, блин. Ну, короче, вот такая вот игра. Скачивайте она, если вам понравилось там. Она есть в открытом доступе в Google Play. Все, всем пока. С вами был Криксал.